Всем привет! Хочу поздравить вас с наступившим 2020 годом и рассказать, что он нам готовит в сфере кино. Сейчас мы рассмотрим несколько фильмов, которые выйдут в этом году. Первый фильм под названием «Плохие парни» с участием Уилла Смита и Мартина Лоуренса вышел в 1995 году. Вторая часть вышла в 2003 году. И вот спустя 17 лет выходит третья часть фильма под названием «Плохие парни навсегда». Премьера в России состоится 23 января 2020 года. Сюжет фильма повествует о том, как плохим парням приходится вновь объединиться, когда за ними начинает охоту албанский наемник, желающий отомстить за смерть своего брата. Чтобы выжить, бывшие напарники должны забыть о старых обидах. Скорее всего, многие видели «Отряд самоубийц», вышедший в 2016 году, с Марго Робби и Джаредом Лето в главных ролях. Так вот, 6 февраля 2020 года выходит фильм под названием «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». После событий «Отряда самоубийц» Харли Квинн разошлась с Джокером. Тем временем юная Кассандра Кейн находит алмаз, принадлежащий преступному лидеру «Черной маске». Поэтому Харли объединяется с Черной Канарейкой, Охотницей и Рене Монтойо для защиты Кассандры. И в заключение, для любителей Джеймса Бонда в исполнении Дэниела Крейга выходит фильм под названием «Не время умирать». Премьера в России состоится 9 апреля 2020 года. Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Все меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. В итоге Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, вооруженному опасным технологическим оружием. Это была лишь небольшая часть фильмов, которые нас ждут в этом году. Надеюсь, вам было интересно. Приятного просмотра!